понимаете. Ложиться на пустой желудок. Спать. Ну, если мы в 6-7 часов ужинали, все. Ну да, желательно, потому что идет пищеварительный процесс в это время, а мы нажрались, как свинюки. Тоже неправильно. Это поэтому организм закисляется, да. Создаются условия. Ну, я вам скажу, ребята, здесь тоже, чтобы вы особенно не обольщались, потому что закисление нужно организму. У нас кислая среда в основном. Вот. Поэтому у нас, когда избыток плюс H, я имею в виду водорода, это у нас гипер. Вот. Сильное закисление идет. В то время как мы начинаем защелачиваться, лимон, красные фрукты, овощи, помидоры, зелень. Это янэнергия. Защелачивает немножко. Если у кого повышенная кислотность, это будет нормально. Мне не надо это. Поэтому думайте сами, живите спокойно, несите этот крест, у каждого он свой. Поэтому не спешите с выводами и не отклоняться, как говорится. В 9-10 ложиться спать. В 9-10 ложиться спать. Для того, чтобы к 7 встать и быть в туалете по-большому. Ребята, это законы природы. Это все по каналам меридианам в Китае расписано. Когда я должен высраться, когда мне должен укол сделать на легкие там с 3 до 5 утра, 4 часа самый основной укол. А она проспала, эта медсестра. Моему-то шумаю. Ну да, не зря говорят, то рано встает. Тому Бог дает. Поэтому не спешить с выводами. Нести этот крест. Тяжелый наш крест, да, я понимаю, но он наш. Поэтому я скажу честно, не беда ради там чего-то, я обольщения какого-то. Вот 4 года я со спиной. То они меня повернут, хрустнут нормально, потом опять. Вот что-то укол был эпидуральной анестезии. Дуроматер кололи. Вот. И до сих пор со спиной ношусь. Особенно, когда я ногу подниму. Это сегодня для меня радость. 2-3-5 человек – это мелочь. А когда 30 человек, позавчера я поднял. Ну, сами поймите, это тяжело. Ну, хорошо, помощники у меня классные. Ребята здоровые все, мощные. Один из них даже чемпион Европы у нас по рестлингу. Вот, слава. Так что, не спешите с выводами работы. Спрашивайте, интересуйтесь. У меня прием больных с 7:30 до 3-4 часов. Ну, в субботу я был до 5, там, ну, то, когда много людей, там, ну, не откажешь человеку. Вот. Все по записи. Вы мне звоните, я говорю, какое есть время, в книгах у меня написано. Мой телефон, мобильный, домашний. Вот. Но если приехали, хотите посмотреть, пожалуйста. Вот. Но если будет касаться вопроса, что вам выписать сертификат, массажист или врач, овладевший некой мануальной терапией, придется что-то заплатить, потому что, ясное дело, этот документ выписывает главврач. Валерий Николаевич, так что получается, мои боли в пояснице никак не связываются с плоскостопием, как мне вот это без конца врачи, то есть там значит, неправильно, сюда пошел неправильно, и здесь меня перекрутило таз. Давай, начинай приседать на носках. Сейчас. Прямо сейчас. Ну, давай, садись. Сначала будет у тебя где-то по 7-10 раз. Да. Держись даже за ручки, тебе легче будет. Во, пошло лечение мышц. Мышцы мы должны лечить и растянуть, а не кости и не суставы, как нам рассказывают сказки там. Вот. Все лучше, лучше, лучше. Вначале это будет в день, чтобы он 40-50 раз сделал. Вот. 4 подхода по 10. Да, 4 по 10 или 3 подхода по 20, там, то нормально будет. Вот. Но ты себя восстанавливаешь. Мышцы начинают работать. Только у меня колени заработали, потому что иннервация у меня или 2, или 3 отдает сюда колено. Я поприседаю, отпустила колено. Как? Ну вот как это понять? Так что не спешите с вами. Приседания, приседания, приседания. И все будет лучше, лучше, лучше. Нести этот крест. Он тяжелый, да, я знаю, но он наш. Валерий Николаевич, еще к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, почему грудной позвонок
Т1, Т2, Т3 не сразу поддаются на... С2, С3, вот это будет вот здесь внутри. С1, С... А вот грудные... Д1, вот. А вот это уже грудные, вот это пошло уже сердце, легкие, желудок. Поэтому хорошо поворачивать, подбивать и хороший массаж межлопаточной зоны. Все это лучше, лучше. То есть получилось, что у него как бы артроз такой нарос, да. И его надо разбить. Потом да, его он сам. Да. И вот эти повороты. Первый раз смотришь, и не было ни щелчков, ничего. А потом раз только повернул, хрусть-хрусть стало на место. То есть кому-то 2-3 сеанса надо, кому-то 3-5. Mm-hmm. А кому-то. Может, ну и плюс еще, наверное, скорее всего, питание тоже надо пересмотреть. Обязательно, ребята. Обязательно. Так что если вы будете принимать много кислого, это неплохо. Это неплохо. Особенно мясо и так далее. Вы получаете гемоглобин, вы получаете железо, то, что у нас не хватает. Вот. Это надо. Вот. А так работа с позвоночником. Позвоночник, позвоночник, позвоночник. Все. И все будет нормально. Вот эта точка С7. Т1, вот это даджуй называется. Даджуй, это в сторону она немножко выше, она нас не будет волновать. А вот это даджуй именно между седьмым шейным и первым грудным. Это точка вершина силы называется в Китае. То есть очень хорошо проработать межлопаточную зону. Загибом правой, загибом левой и шею. Ляг на секундочку.